Всем привет, ребят, на улице сегодня такая жара, и я кое-что придумал. Смотрите, не переключайтесь. Есть бассейн, есть мяч. Что же будет? Конечно же, крутые попадания в бассейн мячом. Короче, первый удар – это просто закидывание мяча в бассейн. Смотрите. Я попал! Левел второй – закинуть его ногой туда. Что это было? Попытка номер два. Очень ответственный момент. Сейчас я должен туда попадать. Сейчас я должен попадать туда этим мячом. Сейчас, если я не попадаю, я запрыгиваю в бассейн прямо в одежде. Я попал. Я в бассейне. Переходим к следующему заданию. Сейчас я должен набить мяч раз 10 и потом туда тоже закинуть. Чего, блядь? Теперь нужно попасть рукой об стену, вот так, тыщ, и чтоб мяч попал в бассейн. Велосипед, мяч, бассейн. This is how legends are made. Сейчас будет попадание пяткой. Смотри, с первой попытки. Ребят, ну всем спасибо большое за просмотр. Давайте, всем пока. Ой, бля, сори, ребят. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. И еще напишите, нравятся ли вам подобные видосики, подобные темы. И пишите свои комменты. Давайте, пока.